Лёха? Олег? Да, тяжко тут у вас. Посмотри вот лучше наш клип. Пасьянс, Лёха, на бите! Пасьянс! МГ-16 прод. Я считаю деньги за столицу, пуху получил вчера. Денежки убьют меня когда-нибудь, но не сейчас. Ты тоже доволен, ты тоже богат, но ты не из этого ПМЦ-бра. Я смотрю на свой шлифбанк и вижу только отражение денег, машины, одежды. Ведь стипендия не вечна, как и все в этом мире. А войну никто еще не перевел. Я пытался понять эту жизнь, сука, и перешел я в путягу. Я не знал, где мне надо курить, но теперь не забуду никогда в жизни. За линию зашел я и достал я свасишку. Друзья мне зажигу подали, Бакарди налили, музон нарубили, и новый мы трек записали. Я считаю деньги на столе, сипуху получил вчера. Денежки убьют меня когда-нибудь, но не сейчас. Ты тоже доволен, ты тоже богат, но ты не из этого ПМЦ-бра. Я смотрю на свой шлифбанк и вижу только отражение. Есть деньги, машины, одежда. Ведь не только лишь стипендия доход нам приносит. Пособие есть у нас тоже всегда. Утягу я закончил, надо делать свою жизнь. Уезжаю я в столицу. Продажные тёлки и новые тачки. Тратить бабки — это мой принцип. В моей машине есть бассейн. С этой строчки вы офигели. Мы снизу свисали, своих не предавали никогда. МГ-16 навсегда. Я считаю деньги на столе, сипуху получил вчера. Денежки убьют меня когда-нибудь, но не сейчас. Ты тоже доволен, ты тоже богат, но ты не из этого ПМЦ-бра. Я смотрю на свой шлифбанк и вижу только отражение. Есть деньги, машины, одежда. Ведь не только лишь стипендия доход нам приносит. Пособие есть у нас тоже всегда. Хорошо все-таки, что с этими мы ушли. Да, точно. Господа, не желаете повторить? Не, пошел.